Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Лего Ниндзяго. И у нас уровень, который называется Непроходимые джунгли. Ну что же, поехали. Вокруг вас дикая природа, ваши силы стихии родом из этого прекрасного живого мира. Прежде чем мы начнем обучение, нужно повторить основы. Сила внутри вас. Ну зачем же так? Неожиданно. Не ожидали? И славно. Всегда нужно быть настороже. Джей, Кей и Зейн, оставайтесь здесь и глядите, не появится ли Гармадон. Ага, а если он появится, мы втроем легко ему наваляем, да? Вовсе нет. Ну отлично. Не сражайтесь с ним, только наблюдайте. Разыщите нас, как только что-нибудь заметите. Ясно, ага, тогда я буду дежурить первым. Но сначала Зейн-медитация. Он наяривает. Я не знал, что ты носишь очки. Непроходимые джунгли. Глава 7. Быстрее, ниндзя, Гармадон дышит нам в затылок, а путешествие обещает быть очень трудным. Да, это в целом понятно из названия «Непроходимые джунгли». Новая задача — пересечь джунгли. Может, обойдем? Меньше слов, больше шагов. Хорошо, давайте посмотрим, что нас здесь будет ожидать. Смотрите-ка, в каком-то веке мы стали играть за мастера Ву. Ну что ж, довольно милое местечко, мне нравится. Ничего пока сложного здесь не вижу. Практически все, как обычно, ломается. А я обожаю все ломать. Эти ворота для того, чтобы мы не могли войти, или чтобы что-то не могло выйти. Да какая разница? Нам главное их открыть. Странно очень. Стрелочка показывает нам именно сюда. Так, погодите секунду. Что-то мне вот эта штука напоминает. Так, сломать я ее не могу. X. Ага, вот оно что. Значит, я могу ее, наверное, сбросить. Может быть, поблизости есть что-то полезное? Давай-ка вот с этой стороны. Вот так-то другой разговор. Теперь будем что-то собирать. Ну? Учитель Ву, не тормози. Вот другой разговор. Мой посох сослужит нам хорошую службу. Да кто бы сомневался. Вот оно что. Открываем ворота, значит. Ну? Ну что ты... А, все. Это еще что за пугало? Обезьяна, что ли? Куда это направилась-то обезьянка? Ого, я столько зелени не видела с тех пор, как заглянула в шкаф Ллойда. Так, я нифига не пойму, куда нам идти. Стрелка указывает... Все, врубился. К этим вот зарослям. И тут нам нужен с мечом, чувачок. Это у нас Ллойд. Ллойд, разрежь эти лианы. Конечно, с удовольствием. Да, это и правда выглядит непроходимым. Оу! Что там такое, елки? Я думаю, это земля. Да черт подери! Это какие-то, я не знаю, сыпучие пески, что ли. Ну, давайте побежали. Юху! Шикарно. Ниндзяго-сити, должно быть, мы не скоро туда вернемся. Зачастую самый быстрый способ вернуться — это идти вперед, не я. Смотрите-ка, кто у нас тут поджидает. Чужаки в наших джунглях, взять их!
Ну как же наше барбекю? Сейчас я себе барбекю сделаю. Ну, это мы посмотрим еще, кто из кого и что сделает. Змеи могут быть опасны. Я как-то догадалась, когда они начали тыкать в нас оружие. Но если честно, то мы и впрямь помешали их барбекю. А, это вот якобы племя змей какое-то. Нужно найти способ перебраться через ров. Чем больше рук, тем легче задача. Ну так помогайте, елки-палки, чё вы стоите-то? А, другой разговор. Все, теперь можно перебраться. Так, давай, родной. Да что ж ты делаешь-то, а? А, ну хорошо, тут нельзя утонуть. Так, давай, ты будешь у меня выпрыгивать-то? Не хочет. Ну, давайте на берег. И повторим попыточку. Вот так вот все это сломаем здесь. Нечего, как говорится, здесь рыбу ловить. Лодь там плавает вовсю. Смотрите, это опять та милая обезьянка. Куда теперь, малыш? А, якобы нам обезьянка показывает, куда надо идти. Что это? А вот и путь. Но чтобы ступить на него, вы должны овладеть силой кружицу. Новая задача — научиться кружицу. Создай торнадо, а потом направь его. Кружицу требует терпения, силы и точности. Кружицу. Удерживаем Б. Направляем левым стиком на цель. Все довольно предельно ясно. Так, вон они, значит, у нас цели. Запускаем. Отлично, одно сделали мы. Прости, обезьянка. Нечаянно получилось. Ах, она нам помогает. Или наоборот, злится на нас и заманивает в ловушку. Есть только один способ выяснить. Да, ну как нам за ней отправиться? Слушайте, я тоже не вижу здесь цели почему-то, ребят. Вообще нету этого креста. Хм, а, вот, погодите-ка секунду. Куда-то мы тут полезли опять. Что это такое? Удерживаем Б. Что-то опять делаем непонятное. Вот оно как. Ния, кончик твоего копья очень острый, так? Ага, тут нужно валун якобы сбросить. Ну, нам это под силу. Отлично. И что нам дает? Кстати, вон там, по-моему, крестик выпал. А ну-ка, Ния, глянь-ка. Да, так оно и есть. Давай, мастер Ву. Нам нужно твою кружицу. Да не ты, Ллойд. Вот. Поехали. Их. Погоди-ка, я не понял. Нужно использовать кружицу, как в прошлый раз. Чё-то я не въехал. Я же так и делаю, как в прошлый раз. Непонятно, сейчас почему-то сработало. А до этого нифига. Легендарные ворота, да, какие-то? И что нас тут ждет? Мы бежим за обезьянкой, которая якобы нам помогает. Вы получили жетон, понятно, как обычно. Ну, давайте сделаем, выучим, наверное, с вами. Да, вот это сделаем. Плюс одна атака и притягивание деталек. Чтобы они сами к нам притягивались, а не бегать за ними. Новая задача — пересечь джунгли. Добро пожаловать в джунгли, здесь нам придется попотеть.
Правда, мастер Волк? Правда? Ну, раз мастер говорит, значит, правда. Ух ты, там что такое? Говорю же тебе, никаких ниндзя не существует. Но остальные же... Ниндзя! Все-таки они существуют. Чтобы заслужить награду, нужно достичь новых высот. Прикольно, музыка. Все. Оу! Эти водяные лилии помогут нам перебраться. Кто-нибудь видит эти лилии какие-то водяные? Я не вижу почему-то. А, все. Все, все. Я тебя услышал, мастер Ву. Давай-ка. Коул, пришло время тебе проявить себя и стать настоящим ниндзя. Как же мне здесь пройти? Загляни внутрь себя, Коул. Ну ладно, но мне кажется, что я не брал пневмодрель. Нет, я имел в виду в свое сердце. Ты далеко продвинулся, Коул. Найди внутреннее равновесие. Найди свою кружицу. Оу. Постиг силу кружицу, что ли? Вау. Вау. Да, кажется, я нашел его. Кружицу земли. Удерживаем Б, левый стик на цель. В общем, как и со всеми остальными кружицами будет. Освоить кружицу земли. Ну, мы сделали. Давай, Коул, бомби. Ну, будешь ты пулять-то. Ёлки-палки. Ага, опять жетон получили, да? Ну ладно, давайте его потратим. Увеличенный урон. Ну, почему бы и нет. Доступны новые способности. Но это все будет потом. Сейчас нам не до этого. Там я впереди, кстати, заметил какие-то враги. Новая задача — пересечь джунгли. Змеи. Почему их зовут змеи? То, что они носят костюмы змей. Да тут, по-моему, не все такие. Коул, ты будешь мне что-нибудь делать? Ну, хоть на этом спасибо. Кстати, да, почему они здесь бегают без масок? Они же вроде как ниндзя, должны постоянно быть в масках. Так, ладно, а дальше-то нам что здесь делать? Вот это меня интересует. Хм, интересно. Жутковато. Здесь и живут те змеи? Если и так, то у них ужасный вкус в выборе обстановки. Похоже, они тебя услышали, Коул. Ну, я сжег паутинку, и чё? Что мне это дает? Сюда, может быть? Нет. Нет отметины. Погоди-ка, а чё тут у нас собирать можно что-то? А ну-ка давай ударим. Попробуй это разбить, Коул. Тык. Погоди-ка, а здесь уже, по-моему... Слушай, а кто у нас это разбивает? Ну-ка попробуем... Кружицу. А, вот он как. Учитель Ву помогает нам. Что бы мы без него делали? Без его мудрости. Вот так вот. И открываются ворота. Ого, а это что такое? Голова какая-то, черепушка там наверху. Да, а, тьфу ты, это... Это наш вышел, я думал, какой-то чепушило. Так, вращать. Его давненько не использовали. Отлично, это значит, что Гармадон пока нас не опередил.
А вот и наш дальнейший путь. Ну что ж, давай прыгать. Ух ты, да тут можно погулять-то нехило. Так, да что такое-то? Давай сюда. Встать бы под этот водопад, да? Из деталек. И стоять, пускай они на тебя капают. Слушайте, а я не могу понять, а что мне нужно здесь сделать? Ну, мы перепрыгнули. Водопад. Свинюха там лазит. Мне же нужно куда-то продвигаться. Так, я отдаляюсь от своей цели, если честно. Надо А, вот, смотрите-ка, подождите. Подождите. Да хорош тебе! Вот так вот забираемся. И ровным счетом здесь ничего нету. Нафиг это делать? Улюлюху! По листочкам-то как скатились хорошо. Ладно, давайте пойдем, куда нам показывает, наверное, стрелочка сейчас. Разбомбим здесь все. Рыбацкое это барахло, все, здесь не должно быть его. Ну, дядя Ву, ну не тормози, а. Здесь у нас вода с листиками. Мы пришли с той стороны. Значит, делать нам здесь нечего. Давайте-ка тут все сломаем. Детальки тут, кстати, очень хорошо. Будем их собирать. За них нам дают новые скиллы. Ага, вот оно что. Вот здесь нам надо. Или нет? Погодите, нет. Что-то я немножко не могу врубиться. Давайте-ка здесь сломаем. Может быть, опять где-то что-то нужно собрать? Оу, точно, смотрите-ка. Да что ты делаешь, блин, привык уже к этому кружицу. Что это такое делается? Что это за установка такая непонятная? Странно. Лейка какая-то. Но она нам не нужна. Нужна вода, якобы показана. Сломать уже не можем. Так, ладно. Будем действовать наверняка. Нажать А. Но это я возвращаюсь в данный момент обратно. Откуда мы и начали. Верно? Верно. Нет, надо возвращаться, это не дело. Что это вот за черепок такой? Смотрите, светится. 1 из 6. Что 1 из 6? Что это вообще означало? И что это так взорвало здесь хорошо? Ай, ладно, давайте обратно прыгать. 1, 2, 3. Ну что, можно, в принципе, предположить. Штормовой порт. Секретная фабрика. Тут карта-то, елки-палки еще, да, ребята? Бродить и бродить по ней. Так, тут нужна заморозка, показана снежинка. Хм. Ни того, ни того у меня нету. Блин, что же делать? Показано, что сюда. Собрать я уже больше здесь ничего не могу. Не понял я, там наверху кто это?
прикол? Ты чё, ты чё здесь делаешь? Хорошо, что мы ниндзя. Это-то понятно, что хорошо. Как ты здесь оказался? Вот что меня интересует. Так, давай-ка сюда поднимемся. Куда мы вообще двигаемся? И по тросу поехали вниз. О, опять змеи. Из наших джунглей вам не выбраться. Хм, так просто мы тут не пройдем. Так, вижу щель для кружицу. Давайте-ка сделаем. Камень какой-то покатился. Так, ну здесь нам нужен учитель Ву. Уже со своим кружицу. Так, еще раз? Ага, так и есть. И последний разок. Мы восстановили мост. Ну, теперь пойдемте люлей им пропишем. Ну что ты, что ты? Так. Не я. Слишком долго ты с ними разбираешься. Ой, елки по... А. Вот так мы сделаем. Переключимся. Если мы уничтожим мост, Громадон не сможет последовать за нами. Ллойд, что ты не поделил с мостами? Оставь их в покое. Да нет, он не про мост имел в виду. Он предложил, чтобы его сломать, для того, чтобы Громадон нас не догнал. Вот к чему он сказал. Так, давай, 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 давай. Да чё вы ничего не делаете-то, ёлки-палки? Я один тут должен драться за всех, что ли? Ну? А, это стрелок тут. Что нового? Попал под мою раздачу. Отдохни маленько. Так, что делать-то далее? 30. Клёво! Это... серия удар, что ли, была из 30? Скорее всего, да. Ну, здесь я не поднимусь. Да и не сюда мне, скорее всего, нужно-то. На листочки не запрыгивает. Ух, скоро я получу очередной свиток. Прыгаем. Оу. Зацепилась. Молодец. О, черт, это что такое? Ну, здесь, в принципе, легко. Давайте подниматься. Правда, я не знаю, нужно ли нам это. Территория. А здесь-то что такое? 9 из 40. Ну, все, что можно, здесь сломали. И пошли, наверное, здесь подниматься наверх. Да, так оно и есть. Ну, давайте мне очередной. Как там? Свиток ниндзятельности. Про ниндзятельности. Вот, будем учить с вами новый скилл. Так, тут какой-то значок об опасности. Опять зыбучие пески. Да-да-да, песочек этот не есть гуд.
Ну, прыгай, не. Ну ты долго будешь у меня висеть-то, ё-моё, а? Обезьянка вернулась. Вот же умница. Эй, обезьянка, не знаешь, где находится супер-пупер оружие? Ну, а на этой ноте я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока. И до скорых встреч. Удачи вам.